Как видите, мы за вами давненько наблюдаем. Мы рождены, чтоб нас делать бою. Оказывается, вы живете двойной жизнью. Матрица — это система. Система и есть наш враг. Но когда ты в ней, обменись, кого ты видишь: бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг, обычных людей, чей разум мы спасаем. Все тот же Пилат, пытают Христа, где твои документы, где совершишь ты террористический акт, что взорвешь, как убьешь президента. Нам известно, ты террорист, ты жаждешь власти, ты ищешь мести, ты фанатик, нацист, коммунист. Сколько бойцов в отряде, 100, а может 200. Но я не от мира сего, вы царство тьмы, я царство света. Мне дороже всего дети мои, папины дети. Я не от мира сего, вы царство тьмы, я царство света. Мне дороже всего дети мои. Твой меч, если царь, где печать и корона, не молчи, снесем голову с плеч. Вы все угроза имперскому трону, и кровь цена всем твоим чудесам. С тобой только воры, калеки, бродяги. Посмотри, как парят в небесах наши орлы, наши римские флаги. Но я всего, вы царство тьмы, я царство света. Мне дороже всего дети мои, папины дети. Я не от мира сего, вы царство тьмы, я царство света. Мне дороже всего дети мои, папины дети. Все тот же Пилат, тот же Каиафа, тот же Иуда. От каждой партии свой депутат, но гвозди и пули, финал правосудия. Границу Магоги царапает зверь, мажет лбы, клеит короны. Антихрист откроет закрытую дверь, и выйдут наружу все скорпионы. Я царство света, мне дороже всего дети мои, папины дети. Я не от мира сего, вы царство тьмы. Я царство света, мне дороже всего дети мои, папины дети.
Я знаю, вы меня слышите. Я чувствую вас. Защитная программа в действии. Я знаю, вы боитесь. Боитесь перемен. Отказ сеть. И потом покажу людям мир без диктата и запретов. Мир без границ. Мир, где возможно все.